нас кольцо направо в время обручения. Но свадьбы нет. Наоборот, никакого. Кольцо у нас на ней работает свадьбы. У нас тоже обручение бывает один год, два года, можно любить или обручение. Ну, у нас обычно один год. Это Абхами Дали. Золотой подготовки. Как же мне сказали, у нас здесь не что знакомиться быстро. Есть для вас, есть так, как со второго. Просто так. Мусульмане, если 4 жени, потому что, как я вам сказал, уже я вам рассказал, да, знаю, что это очень трудно сейчас в Египте. И сейчас вообще в институтах у нас 60% девушек. И сейчас ни одна девушка занимается митой второй женой. Зачем митой второй женой? Поэтому сейчас, ну, она не согласна митой второй женой. Мужчины тоже, они образованы, имеют высшее образование, поэтому он тоже хочет, чтобы у него была там хорошая семья, одна жена и дети и так далее. Более образованные, более культурные, поэтому сейчас редко бывают две жены или три жены. Сниматься и нельзя сниматься. Окей, ну возьмите камеру, фотоаппарат с собой, на лицем. Только хочу людей, хочет купить всем подарки. Можно купить на второй остановке, у границ там продается за 5 фунтов, 10 фунтов, 15 фунтов и так далее. 1 доллар, 2 доллара, 3 доллара. У кого-то близкий друг, хочет купить ему нормальный подарок. Завтра на обратном пути будет магазин, где продается сувениры. Будут дороже, конечно, чем на улице, но качество. Смотря кому вы хотите купить, кому вы хотите подарить. Уважаемую информацию серьезно вы забудете на обратном пути. А что остается? Вида не от автобуса, зависит от туристов. Бизнес. Ну, и на всякий случай. Не дай бог, будут параллельно с гидом в ресторане, сразу бы отходить. Заходила, видно вам? Куда не ходить? Куда не заходить? Подожди. Сейчас вам точно отсюда. Там есть банки. Это вышли за меня деньги. Все же вещи оставьте в автобусе. Возьмите только фотоаппарат и камеру.